Новости. В этом году Ставрополье в очередной раз принимало участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне. По традиции она проводилась в три этапа. Первый день участники обсудили возможные действия в чрезвычайных ситуациях и разработали примерный план. Однако самое интересное началось позднее. Во второй день тренировки от слов наконец перешли к действию. Сотрудники МЧС России по краю успешно устранили постановочный выброс хлора, якобы произошедший на городском водоканале. При этом полицейские оцепили потенциально опасный участок и перекрыли дорожное движение. В третьем и заключительном этапе учений ставропольцы столкнулись с новой опасностью. В Невиномыске на заводе, вырабатывающем азот, якобы произошел взрыв баллонов с химическими растворами. На этот раз сотрудники МЧС бросили все силы на поиск пострадавших и ликвидацию возгорания и снова оказались на высоте. Также в этот день спасатели-добровольцы смогли попрактиковаться в тушении ландшафтных пожаров с помощью самолета и силами парашютистов. Подведение итогов масштабной тренировки прошло накануне Дня гражданской обороны. Работа ставропольских спасателей была оценена по достоинству и получила самую высокую оценку. Ставропольцы могут спать спокойно, ведь на страже нашей безопасности день и ночь стоят специалисты высокого уровня. Илона Домарева, Игорь Маслиев, Никита Чуб, АТВ «Ставрополь».